Завершилось строительство нового малого ГЭС на реке Ысык-Ата Искатинского района Чуйской области. Сегодня проходит ее официальное открытие. По словам специалистов, новая ГЭС может обеспечить электроэнергией около 600 семей данного района. Проектный расход воды на гидроагрегате составляет 1,5 кубических метра в секунду. Среднегодовое производство электроэнергии при задействованном водном ресурсе и при установленной мощности агрегата 2 мегаватт составит 13 миллионов киловатт в час. Общая длина напорного трубопровода 2368 метров. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров отметил, что открытие этой малой гидроэлектростанции является результатом совместных усилий государства и частного сектора, направленных на улучшение энергетической инфраструктуры страны. Также Акылбек Джапаров констатировал, что в стране вскоре начнется реализация больших проектов. С вводом этой малой ГЭС мы реализуем указ президента Садыра Джапарова. Кроме того, как вам известно, в рамках столетия образования Каракыргызской автономной области по республике будет открыто 100 предприятий. В их числе это малая ГЭС. В ближайшие годы в нашей стране будет построено десятки ГЭС, солнечных и ветровых станций. Мы начали строительство века, Камаратинскую ГЭС-1, а также начнется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан. Узбекистан, которая будет самой короткой дорогой от Шанхая до Парижа. Для строительства новой малой ГЭС специально была проложена дорога до места постройки. Также протянуты высоковольтные линии 10 киловатт до ближайшей точки подключения к электрическим сетям НЭСК. 13,13 миллион киловатт-часов электроэнергии. Всю выпускаемую электроэнергию на данной подстанции полностью будет выкупать НЭСК по 4 сома 44 ТИНа. Далее мы будем распределять ее для местного населения под действующим тарифом, а именно по 1 сому 10 ТИНов. Сегодняшнее открытие малой ГЭС Ысык-Ата – это будет большое преимущество для населения. Биз элибиз сүйүнүп, бүгүн ушул жерге келдик, колдоп. Анан элибизде эми свет дардайым болуп турсун, свет жарык өчпөсүн. Бизде абдан жакшы жаңылык болуп атат. Ушундай Ысык-Ата районунда кичинекей ГЭС ачылып, элибиз бүт кубанып аткан кесибиз. Здесь на данный момент установлено оборудование генератор Фрэнсис и генератор мощностью 2000 кВт, 2 мегаватт. Суммарная выработка и в год у нас будет составлять 13,3 миллиона киловатт-час электроэнергии. На данный момент здесь, значит, будут находиться три дежурных персонала, дежурных электромонтера и главные энергетики. Я постоянно здесь буду находиться. Именно так изнутри выглядит новая ГЭС «Сапат Электро», построенная на реке Ысык-Ата. По словам специалистов, вся техника была специально закуплена из Китая. На данный момент здесь есть представители Китайской Народной Республики, которые специально проводят обучение для местных специалистов. Малые ГЭС очень актуальны сейчас. С поддержкой руководства страны, премьер-министра страны дали такой большой импульс для строительства малых ГЭС. На этой реке будет построено каскадные два объекта. Вот сейчас мы сдаем 2 мегаватта, следующий через месяц начинаем второй ГЭС мощностью 4 мегаватта. Здание малой ГЭС представляет собой сооружение из металлкаркаса, ограждающая конструкция из сэндвич-панели с базальтовым наполнителем толщиной 100 мм. Кровля также из сэндвич-панели. Стоит отметить, что возведение гидроэлектростанции полностью финансировалось со стороны Ильдик-банка, ранее именуемого РСК. Данный проект был профинансирован полностью за счет ресурсов Ильдик-банка. Ильдик-банк на сегодняшний день активно поддерживает стратегически важные проекты для нашей страны. У Ильдик-банка имеется собственная политика по ESG, в рамках которого профинансирован данный проект. Общая сумма данного проекта составила более 2 миллионов долларов. Выдача мощности генераторов малой ГЭС осуществляется в распределительное устройство напряжением 6,3 кВт. Далее напряжение повышается до 10 кВт посредством силового трансформатора мощностью 6300 кВт-ампер. Как рассказали застройщики, через месяц на этой же реке начнется строительство второй малой ГЭС, но уже мощностью в два раза больше.
Малика Юпов, Джакшилык Исаков, ЛТР, Чуйская область.